Всем привет! Приехали в Сурков посмотреть норы Сурков. Они вот тут у нас живут. Но я сейчас не про это. Я сейчас хочу вам показать, рассказать, как в этой местности у нас хорошо. Я про грибы. Какие грибы самые лучшие? Самые лучшие грибы – это шампиньоны. Знаете почему? Не потому, что они вкусные, не потому, что они белоснежные, а потому, что их легко искать. Приезжаешь в поле, и примерно за 100 метров ты собираешь все грибы, которые здесь есть. Вот они. Они, конечно, здесь старые, сейчас октябрь, но суть, что это очень просто. Это шампиньон настоящий, обыкновенный или луговой. Его еще называют печерица. Это не те грибы, которые вы покупаете в магазине, это настоящий шампиньон. А знаете почему? Потому что растет он в степи, на поле, где много навоза. Да-да-да, на коровьих лепешках он тут и растет. Но земля должна быть нетронутая, не паханая. Тут, у нас, это бескрайние степные районы юга Омской области и севера Казахстана. Как вы заметили на видео, не то что леса, но и отдельных деревьев нет рядом. Поэтому о лесных грибах нам мечтать не приходится. И, кстати, раньше здесь никаких других грибов, кроме шампиньонов, люди не собирали и не знали. Когда однажды моей бабушке привезли в качестве гостинца целое ведро подберезовиков, она удивленно посмотрела и возмутилась, что это они привезли, какие же это грибы, и даже не стала их готовить. Ну а лучшим шампиньон я называю потому, что его элементарно собирать. Его белые шляпки видны в поле метров за 100. Это вам не по лесу бродить да искать. Так, найдя обширное поле целинной непаханной земли, где пасутся стада коров, просто набираешь ведро грибов и готово.